Всем привет, дорогие друзья! Некоторые мои зрители просили показать вот этот пруд в районе села Дальнее, и где находится Камышловский путепровод. Ну вот, выполняю просьбу своих зрителей. Мы находимся рядом с Камышловским путепроводом, как вы уже поняли по началу ролика. И вот такой здесь прудик. Заброшенные домишки на той стороне. Ну, видимо, когда-то здесь или дачи были, или что-то подобное. Но пруд наполнен, вода есть. И совсем недалеко строится вот этот грандиозный водозабор, который мы с вами имеем честь наблюдать. Ну и подходит к завершению строительства его. Все меньше и меньше дней до сдачи. И все меньше и меньше народу, рабочих, строителей на этом объекте. Конечно, еще люди есть. В основном сейчас они работают вот в больших зданиях, где идет пусконаладка и заканчивается последний монтаж оборудования. Ну а мы здесь давайте посмотрим, оценим уровень воды. Вот плотина еще, задвижка на плотине не закрыта для подъема уровня воды. Ну и сколько у нас в бассейне воды. Посмотрим традиционно уже по лестнице. Как мы знаем с вами, здесь стоит прибор измерения воды. Но нам чисто визуально всем, я думаю, будет интересней посмотреть перекладинам на лестнице, насколько уровень поднялся. Ну а этот умный прибор оставим для профессиональных людей, которые будут следить за уровнем воды, когда этот объект заработает. Вот она труба, которая на данный момент заполняет накопительный бассейн. Воду сейчас берут из дренажной системы, ее там еще достаточно, и потихоньку, помаленьку наполняют вот этот бассейн емкостью 150 тысяч кубов. Давайте вот оценим бочком, пролетим, как мы только здесь с вами уже не летали, уже знаем все закоулки здесь этого интересного объекта для строительства. Это первый подобный опыт строительства не только в Крыму, но, пожалуй, вот в современной России такого вот объекта. Ну и уже опыт есть, тем более построили его в очень сжатые сроки. Сейчас, после того, как все пусконаладочные работы произойдут, его передадут горводоканалу Севастопольскому, и уже в полном объеме его будет эксплуатировать горводоканал, подавая по 50 тысяч кубов каждые сутки в систему водоснабжения города-героя Севастополя и окрестных сел. Вот практически по периметру облетели мы. Там, видимо, строят забор по периметру ограждения. Ну а чуть дальше еще вот бывший городок строителей. Там уже потихонечку вывозят технику свою, субподрядные организации, какие здесь работали. Так что такой вот здесь расклад, дорогие друзья. Ну и вот она, наша лестница, наш такой своеобразный измерительный прибор уровня подъема воды в ковше или накопительном бассейне. Вот я специально пониже, чтобы... Кому это, конечно, интересно, я никого не заставляю, а то начинают писать, что мы еще должны считать, ничего вы не должны. Ну, кому интересно, посчитает, кому нет, ну, пропустит этот момент. Ну и двигаемся с вами дальше. Если кто не успел посчитать, можно поставить на паузу и сравнить с предыдущим роликом. Не сильно быстро вода набирается, но приток воды есть. Я вот посчитал, например, и пока не скажу вам, чтобы была интрига, чтобы кто-то из зрителей посчитал, написал. Ну и приблизительный уровень воды за сутки, кои мы отсутствовали, нам сказал. Здесь заканчивают благоустройство вот берегов Бельбека, камнем укрепляют берега, но вот еще там немножко есть. Вот даже здесь можно посмотреть водопропускное окно, гидрозатвор. И здесь уже практически вот, вот этой наклонной плоскости, по которой будет стекать вода, совсем все меньше и меньше остается. Вот когда достигнет этого уровня, то еще чуть выше, то практически вот сравняется уровень с Бельбеком. Плотина не закрыта, как я сказал, и вот это естественный
подъем воды, естественная высота реки Бельбек, которая течет в море. В 8 километрах в Любимовке впадает в Черное море. Вода уже более-менее, ну не то что более-менее, а уже чистенькая. Вот посмотрите здесь, гидрозатвор в положении закрыто. И все мы будем ждать, когда его откроют. Ну, возможно, этого мы уже с вами не увидим, потому что когда все это наладят, запустят, ну и передадут, как я уже сказал, во владение горводоканала, уже объект будет в эксплуатации и уже он закроется. Давайте по руслу реки прогуляемся с вами, посмотрим. Вот видите, как здесь красиво вот камнем выложено так. И дно, и стенки русла специально здесь сделано повыше, для того, чтобы когда закроют плотину, приблизительно на 1,50 м, может быть чуть меньше, поднимется уровень воды в реке. Но если учесть, что здесь вот уклон идет, то, конечно, никакого разлива по Бельбекской долине Бельбека не будет. Для этого так вот и все было рассчитано, чтобы вот поднялся уровень воды незначительно именно в самом русле. Ну а здесь вот уже между деревьев идет Бельбек, естественное русло. Было дано задание губернаторам почистить русло рек перед вот обильным таянием снегов. Ну как почистить? Вот какие-то заторы, плотины какие-то такие вновь образовавшиеся ликвидировать, чтобы не было перед ними разлива вод и затора. Ну а не в полном смысле этого прям русло чистить полностью. А вот такие вот ветки разгрести, там еще что-то убрать. Ну вот видим, здесь еще вот какую-то траншейку копает экскаватор, вывозит грунт. А здесь уже, вот посмотрите, грузит оборудование. Вот хорошо видно, длинномер стоит. И кранами уже вот на вывоз. Так что, дорогие друзья, все меньше и меньше техники остается на объекте. Бульдозер еще планирует щебень. Здесь вот еще дорожки нужно будет закончить. Ну, в общем и целом, я так думаю, уже процентов на 95 работы закончены. Как я уже сказал, в основном сейчас вот в этих вот помещениях на площадке ВОЗ с правой стороны, что работы идут вот внутри. И кто не видел мой предыдущий репортаж, обязательно посмотрите. Мы с вами зашли в насосную станцию первого подъема, посмотрели, как и что там. И были мы вот в станции очистных сооружений. Вот это большое здание, сейчас вот мы увидим его. Вон оно справа, вот это. Ну а на технологической площадке, обратите внимание, разобрали шатер, который здесь стоял. Нету его, площадка чистая. Не знаю почему, но вот я констатирую факт. Здесь вот выкопали траншею, еще прокладывают какие-то коммуникации. Ну и давайте теперь на ту сторону с вами зайдем и посмотрим. Вот сразу уже издалека бросается зеленые вот такие, еще не совсем сильно зеленые, но вот ковры уже видно. Это вот гидропосевом уже побрызгали. Ну, гидропосев — это семена травы, перемешанные с красителем, с водой, там какие-то еще клеющие составы, чтобы птицы не выклевывали семена. Ну а краситель нужен для того, чтобы было видно равномерное распределение вот этих семян по площади. Ни в коем случае это не, а то некоторые пишут, это красит землю, пыль в глаза пускают. Нет. Это называется гидропосев. Ну а здесь мы находимся на локальных очистных сооружениях. Еще в предыдущем ролике вот здесь еще ввели планировку. Вот с левой стороны между дорожкой и забором. Сейчас уже вот видим, отсыпано плодородным грунтом. Ну и здесь вдоль всех зданий сделана отмостка. Мачты освещения, фонари на них уже. Все здесь готово. Вот где дирижабль, еще вот здесь. Вот здесь такой своеобразный склад сыпучих материалов, здесь еще нет.
Вот в этом здании мы тоже с вами были, в одном из роликов это есть. Вот, оказывается, с правой стороны на втором этаже прорубали такие окна. Видите, двери поставили. А мы все, голову ломали, что там и почему. Вот, оказывается, как. Очередная емкость для промывных вод, которые будут приходить сюда с очистных станций и здесь очищаться и обратно уходить. Просеченными листами вот закрывают часть этого бассейна, часть емкости. Ну и посмотрите, что написано. Yes, Анапа. Yes, Анапа. Анапа, yes. И улыбочка. Вдоль этого бассейна, видите, уже устанавливают бордюрный камень. Ну, видимо, тоже по периметру будет отмостка асфальтовая сделана. Куча плодородного грунта, вот черного цвета. Ну и песчаная смесь. Это вот первичная планировка, а уже сверху вот плодородный грунт. Вот так здесь все выглядит. Вот и с этой стороны, видите, вот с левой стороны на втором этаже тоже дверь установили, двухстворчатую причем. Резервуары чистой воды, 4 штуки по 1000 кубов. Все уже тоже здесь готово, обвязка вся, как мы видим, уже сделана и работает. Конечно же, не успеют. Ну и вот, пожалуйста, документальное свидетельство того, что все успели. Вот здесь машина с водой, видимо, уже какие-то заливают воду, тестировать будут скоро.
все тщательно мы с вами здесь облетели, посмотрели. И давайте теперь пролетим еще над накопительным бассейном чуть повыше. Вот оценим количество воды, которая уже поступила в бассейн на данный момент. Ну, естественно, знать мы не можем, сколько это в кубах будет. Да и оно и в принципе не очень важно для нас. Важно то, что вода здесь есть. Наполнение идет, а когда будет бассейн полный, мы, конечно, с вами это заметим. В одном из видео я даже показал вам, как первые жители, первые утки уже здесь опробовали воды. Так что свято место пусто не бывает, как говорит пословица. Ну и вот один из входов, который будет здесь с этой стороны. Уже тоже ворота есть, открыты пока. Подберемся к ним поближе и посмотрим. С наружной стороны вдоль забора тоже идет благоустройство территории. Первый посетитель, видите, бежит. И дорога выводит нас прямо прямиком к насосной станции первого подъема, через которую и будет забираться вода из накопительного бассейна, из приямка накопительного бассейна. Здесь тоже заканчивается монтаж, вернее, монтаж уже закончился, идет наладка оборудования. Здесь мы побывали с вами вот совсем-совсем недавно. Как можно догадаться, видите, уже потихонечку тоже складывают свое оборудование. Видимо, очередной этап работ закончен. А мы с вами поднимемся повыше и посмотрим на весь этот объект с высоты птичьего полета. Я на этом буду заканчивать. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Спасибо всем, кто поддерживает канал. Всего вам хорошего, дорогие друзья, и до новых встреч. А вы посмотрите на это великолепие.